Avon Products – косметическая компания, старающаяся придерживаться модели прямых продаж. Avon Products Inc. производит косметические товары, включающие средства для ухода за кожей, парфюмерию и декоративную косметику. Кроме этого, под маркой Avon распространяются производимые сторонними компаниями товары для дома и модные аксессуары. Бижутерия, часы, обувь, посуда, сувениры, детские товары и продукты питания. На этот сектор приходится около четверти от объема продаж. Основной регион сбыта – Южная Америка, а также Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Всего компания ведет торговые операции в 57 странах. Кроме того, продукция распространяется еще в 18 странах. Старейшая косметическая компания США была основана в 1886 году в Нью-Йорке Дэвидом МакКоннелем под названием «Калифорнийская парфюмерная компания» Andel. The California Perfume Company. Калифорнийской ее предложил назвать деловой партнер и предыдущий работодатель МакКоннела Снайдер Andel. C.L. Снайдер, который жил тогда в Калифорнии из-за обилия там цветов. Идея заняться парфюмерным бизнесом пришла в голову Дэвиду МакКоннелу, когда он занимался продажей книг, и чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, начал предлагать им духи. Вскоре он понял, что маленькие флакончики интересуют его клиенток не меньше, чем модные романы. Первой продукцией компании стали духи, 5 простых ароматов, фиалка, гиацинт, гелиотроп, ландыш и белая роза. Первоначально для распространения продукции он использовал ту же сеть агентов-коммивояжеров, что и для продажи книг. Первой Avon Lady стала жена сенатора от Нью-Гемпшира Перси Салби, Персис Фостер Имслби. За 12 лет она наняла и подготовила около 5000 представителей компании. Вскоре ассортимент продукции пополнился пятновыводителями, кремами с экстрактом гамомелиса и миндаля, пищевыми ароматизаторами в 1897 году в Соферне, недалеко от Нью-Йорка, появилась первая косметическая лаборатория в составе компании. В этом же году был выпущен первый иллюстрированный каталог продукции. В 1915 году в Монреале, Канада, был открыт первый зарубежный филиал. Также к концу 1920-х годов компания была представлена в 48 штатах. В мае 1928 года появилась первая продукция под торговой маркой Avon. Зубная щетка Avon, распространенная в англоязычных странах и Франции, географическое название. Рек, населенных пунктов, административно-территориальных единиц, от английской передачи валлийского Афон, река. Позднее в том же году под этой маркой появляются порошковые моющие средства, тальк для мужчин, подарочный распылитель и набор туалетных принадлежностей. В 1929 году представлена линия косметики Avon. В 1937 году Дэвид МакКоннел умер. Главой компании на следующие 7 лет стал его сын, Дэвид МакКоннел-младший. 6 октября 1939 года калифорнийская парфюмерная компания была переименована в Avon Products Inc. В годы Второй мировой войны основной продукцией компании стали полевые аптечки. В 1944 году компанию возглавил Ван Аллен Кларк, W. Ван Аллен Кларк. Начался период бурного роста, в том числе на международной арене. В начале 1950-х количество агентов компании было увеличено в 4 раза. В 1954 году была запущена первая телевизионная реклама Avon Products. А также компания вышла на рынок Латинской Америки, открыв офисы в Венесуэле и Пуэрто-Рико. История компании Avon в Украине началась в 1997 году. Было создано дочернее предприятие Avon Cosmetics Ukraine, и 1 сентября 1997 года в Киеве был обработан первый заказ Avon. Для того, чтобы приобрести скидку от Avon, регистрируйтесь по ссылке, которая находится в описании под видео.